исполнили ее в ре миноре, а они вот с Арли и Леонард в до миноре. Вы понимаете, о чем речь, надеюсь. А сейчас я приглашаю специального гостя еще одного нашей программы. Это уникальный музыкант, играющий на уникальном инструменте. Зовут его Дэвид Сварап. Родился в Италии, последние полгода живет в Голландии. Дэвид, прошу на сцену. Дэвид Сварап, встречайте его аплодисментами. И вот его величайший инструмент. Он успел объездить Индию, там заинтересовался музыкальными инструментами, которые составляют сегодня перкуссию. В Амстердаме встретил этот удивительный инструмент, который зовут хэп на бернском диалекте. Диалект называется рука. Звук из него извлекается посредством резонанса. Не подумайте, что это самогонный аппарат российский, нет, это производство все-таки Голландии. Извлекается посредством звука, выходящего из этих полых металлических раковин. Итак, Дэвид Сварап, его и ансамбль, который мы вызываем на сцену. Прошу. Смотрите, тремарю.